песни Smoke on the Water. Я хотел сказать Smells Like Teen Spirit, что объединяет эти две песни. Конечно же, мелодичное вступление, даже без бас-гитары, без разных там хаммондов, вокала. Можно по мелодии ударных, только лишь по мелодии ударных, узнать, что это за трек. Сегодня разберем вступление. Оно из себя представляет рудиментальную вставочку из двух одиночных ударов с правой и левой руки, акценты. Дальше у нас идет раф. Двойка в правый, очень тихая, призрачная. И акцент в левый. Потом снова два одиночных. И снова раф. Справа налево. И три удара. Да, по-моему, так. Да, троечка. Все вместе. Очень важно динамически соблюдать. То есть я прям очень сильно парюсь на самом деле над всякими призрачными. Тогда получается действительно архаично звучащие, правильно звучащие призрачки, маленькие, тэповые. Играем пальчиками. И вот такие огромные акценты. И в оригинале. Медленно и быстро.